Ранняя весна неспешно пробуждается после долгой зимы природа. Зажурчали ручьи, весело стекая с горы, заполняя зимнюю тишину новыми звуками. Не самое подходящее время отправляться в те места, отношения с которыми у меня складывались долго и напряженно. Но что-то внутри зовет меня туда, откуда без должной подготовки в одну машину можно и не вернуться. Будто предупреждая об этом, судьба в самом начале пути посылает Андрея, хозяина одной из немногих пасек, расположенных в труднодоступных местах. Резко начало теплеть, поэтому Андрей поспешил выбраться из леса ранним утром, пока земля покрыта тонкой корочкой льда. Несмотря на эту встречу и полученную информацию по состоянию лесной дороги, упрямо двигаюсь вперед, надеясь на то, что синоптики ошиблись и в этот раз. До уже знакомой беседки доезжаю без особых трудностей. Желание остановиться здесь, выпить кружку чаю и немного подкрепиться мгновенно куда-то исчезло, как только я подошел ближе. Беседка стала больше похожа на мусорный контейнер во дворе жилого дома. Вокруг разбросаны консервные банки, этикетки от продуктов, стеклянные и пластиковые бутылки, тряпки, окурки сигарет. Поляна рядом с беседкой превратилась в некое подобие места для хранения угля, в котором давно никто не наводил порядок. Внутри невольно вырвалось. Люди, откуда у вас столько свинства и лени? Неужели это сложно увести с собой тот мусор, что остался после вашего здесь пребывания? Проехав немного дальше, останавливаюсь на берегу реки с чудным названием Абдериха. Мутные воды, которые весело журча, напоминают о том, что зима уступает место следующему времени года, символизирующему начало жизни и обновление природы. Под успокаивающие звуки Абдерихи пью чай и подкрепляю силы порцией горячей пищи, наслаждаясь природой и размышляя о том, почему именно такое название закрепилось за небольшой горной речушкой, вверх по которой лежит мой путь сегодня. Наверняка есть интересная, невымышленная история, рассказывающая о том, откуда пошло название речки и Абдерихинских гор, расположенных на ее правом берегу. После приятной трапезы продолжаю путь дальше, останавливаясь буквально через каждые несколько сот метров. Признаться, красота здесь на каждом шагу. В такие моменты задумываешься, что истинно счастлив не тот путешественник, что преодолевает тысячи километров на самолете или сотни километров на автомобиле. Истинно богат и счастлив скромный турист с небольшим рюкзачком за спиной, неспешно преодолевающий на своих двоих по нескольку десятков километров в день, успевая при этом увидеть то, о чем не расскажет ни один путеводитель. Будто прочитав мои мысли, местный дух тарханских лесов, как я в шутку называю необъяснимые явления, происходящие со мной в этих местах, преграждает мой путь глубокой промоиной, разрезающей дорогу надвое. В памяти все еще свежа утренняя встреча с Андреем, спешно покинувшим эти места, пока снежная корка льда не превратилась в вязкую кашу, перемешку с глиной и грязью, способную доставить немало хлопот. Принимаю решение не рисковать и прогуляться дальше пешком. По крайней мере, доехав до этого места, изучив по дороге все коварные места, есть уверенность вернуться назад. Лишь бы поле в начале пути не расквасило, да нежданные гости на тяжелой технике не подпортили дорогу досюда. Развернуть автомобиль в этом узком месте оказалось целой задачей. После короткобазных Нивы и Тойоты неуклюжий УАЗик меняет направление своего движения с большим трудом и неохотно. Тем не менее, после 20 какого-то там поворота рулем автомобиль удается развернуть и припарковать в сторонке, хотя вряд ли кто поедет сюда в этот день.
Пока я переобувался да переодевался, погода не на шутку разгулялась. Сильный порывистый ветер гнул тонкие макушки остроконечных елей. Досталось и мне от невидимого хозяина тарханских лесов. Кто бы сомневался, ведь это уже вошло в традицию, и при каждом моем выезде сюда обязательно что-то да происходит. На этот раз пострадал штатив от камеры. Подручными средствами восстанавливаю поврежденное оборудование, без которого как без рук. Следующий приятный сюрприз не заставил себя долго ждать. Этим сюрпризом стали те самые нежданные гости на тяжелой технике, появившиеся из ниоткуда и уехавшие в никуда. Теперь дорога, которую я внимательно изучал по пути сюда, после тяжелого гусеничного трактора, вновь стала для меня новой и неизведанной. Но трудности ждут впереди, точнее на обратном пути. Благо, что не стал я переезжать промоину, которая после трактора только в размерах увеличилась. Значит, так тому и следовало быть. Не спеша отправляюсь дальше, уже пешком, с рюкзаком за спиной. По пути часто останавливаюсь, наслаждаясь захватывающими сознание окружающими видами. В такие моменты отчетливо понимаешь, что ты настолько богат, насколько велик список тех вещей, от которых ты можешь позволить себе отказаться. Для того, чтобы увидеть красоту, что я созерцаю сейчас, не нужно многого. Даже не имея автомобиля, под силу человеку добраться до этих мест. И я встречал таких людей. Главное, иметь перед собой цель и понимать, что препятствия на пути к ней есть не что иное, как те страшные вещи, которые мы видим, когда отводим от своей цели глаза. Любуясь рекой, мельком замечаю небольшого зверька, проворно бегающего по скользкому льду. Сейчас у него немало забот. Шустро бегает он по каким-то одному ему виданным дорожкам, то исчезая, то вновь появляясь в поле зрения. Не просто поймать его в объективе камеры. Как бы не хотел я передать в этом фильме чувства и мысли, которые испытываю, находясь наедине с природой, увы, это мне не под силу. Звук и изображение искажаются еще при записи, а мое слово... Неужели я могу описать все это тем словарным запасом, что есть в языке? Очень в этом сомневаюсь. Остается единственное решение – побывать в этих местах и воочию увидеть богатую палитру красок, собственными ушами услышать естественную фонотеку звуков, наполняющих лес, просто остановиться и замереть, ни о чем не думая и никуда не спеша. Ни одной красотой богаты тарханские леса. Уникальная флора и фауна дополняет здешнюю красоту. Водятся здесь и вредители, совершенно бесполезные создания, загрязняющие лес и оставляющие после себя, по всей видимости, метки, чтобы не заблудиться в лесу. Пройти равнодушно мимо такой метки я не смог. За то время, что я гулял по лесу, погода сильно изменилась. Ноги вязли в снежной каше, ручьи, казалось, зажурчали еще громче. Ехать будет весело. Вдобавок ко всему, гусеничный трактор усложнил задачу. Только узнать об этом мне предстоит чуточку позже. Отправляюсь в обратный путь. Скоро начнет смеркаться, а мне, пока светло, очень хочется проехать поле, что было в начале. Если здесь дорогу так расквасило, то даже не представляю, что ждет на спуске. Часто приходится останавливаться. Уж больно много вредителей развелось в лесу за последние годы. Thank you.
Увлекшись сбором мусора, совершенно теряю контроль над дорогой. И это стоило мне лишних полчаса времени. Пересекая очередную промоину, выбираю неверную траекторию. Переднее правое колесо ломает край промоины и проваливается вниз. Вслед за ним разгружается заднее левое колесо. Классика. Диагональное вывешивание. Вдобавок ко всему, переднее левое колесо оказывается будто в тисках, зажатым в узком месте промоины. Своим ходом тяжелый УАЗ, раскорячившийся посреди леса, выбраться не в состоянии. Оцениваю ситуацию. Проблема ясна. Будем устранять. Для начала освобождаю переднюю часть автомобиля. Это дает возможность выехать из промоины, но тут же автомобиль проваливается задней своей частью. Теперь старая тактика не работает. С трудом удается выехать назад, встав над промоиной. Немного поразмыслив, решаю забросать ее снегом, насколько это возможно. Должен получиться хлипкий, но своеобразный мостик, который даст возможность преодолеть коварный ручей, пересекающий дорогу. Несколько сот метров спустя спускаюсь к беседке. Есть тут одно дело, которое непременно обещал я на пути сюда сделать. Быть может, те, кто оставил в лесу этот мусор, сильно спешил по своим делам. Наверняка он помнит о нем и обязательно сюда вернется, чтобы не торопясь и никуда не спеша насладиться окружающей природой и убрать следы своего пребывания. Безусловно, можно понять такого человека и даже сказать ему спасибо за то, что не разбрасывал мусор по пути сюда, а организовал в глубине леса централизованную свалку в том месте, где отдыхал и проводил время с семьей и друзьями. Поздний весенний вечер. Пробуждается после долгой зимы природа. Журчат ручьи, весело стекая с горы, заполняя поля мутной холодной водой. Возможно, сегодня было не самое подходящее время отправляться в те места, отношения с которыми у меня складывались долго и напряженно. Но что-то внутри звало туда, откуда без должной подготовки в одну машину можно и не выбраться. Сегодня мне очень повезло. Отделавшись поломанным штативом и вымазанным в грязи автомобилем, все же удалось выбраться на твердую поверхность. Уставшим, с мешком мусора в багажнике и с массой положительных эмоций, которые, несмотря на лесных вредителей и сложности в дороге, удалось мне получить в сегодняшнем путешествии.